Всем большой привет! Добралась до дома, только что заезжали в супермаркет, купила себе продукты, из которых я сегодня буду готовить себе здоровое и правильное питание. Сейчас вам это все покажу. Но прежде чем перейти к этому, хочу вам рассказать историю небольшую, только что со мной случилось. Какая история? Это у меня уже просто голова не работает совершенно. Вообще, еду, в общем, сейчас... То есть, я все продукты у меня были в пластиковых пакетах, я все забросила в этот багажник. И поехала, все забрала дочку, и потом на полпути еду и вспоминаю, а где моя сумка? У меня такая маленькая сумка с собой всегда, в последнее время я ее все время с собой таскаю. Где моя сумка? В сумке у меня кошелек, в кошельке у меня наличные, карточки, права, в общем, все, что нужно. И я думаю, может быть, я в доме его оставила еще что-то. Звоню своему, спрашиваю, а где... Вот я там не оставляла случайно сумку там на столе. Я обычно вот захожу и просто ее бросаю на стол. Он смотрит везде. Нет, не оставляла. И все, у меня шок, у меня паника. Я не знаю, думаю, может быть, я ее оставила в багажнике. В общем, в конце концов, я съеду, у меня в голове паника. Давай вспоминать все места, где я сегодня была, когда у меня сумка была с собой. Вообще, ну, точно уже какая-то паранойя началась. Все, мы приехали сюда, я открываю багажник, она у меня в багажнике валяется. Это до чего уже? Просто у меня не работает голова, что я забросила свою сумочку в багажник и забыла про нее. И потом посреди дороги я про нее вспомнила, у меня такая паника поднялась. Ладно. Самое главное, сумка на месте, все на месте. Я приехала домой, сейчас покажу, что я купила. Так, сейчас вам показываю, что я сегодня приобрела. Как видите, все, не все, большинство зеленое такое все. Компьютер у меня здесь стоит с собой, потому что сейчас я буду готовить и буду смотреть что-нибудь, чтобы не скучно было. Так, начнем с этого края, давайте. Так, яичные белки я купила отдельно. Кофе. Вот этот кофе-капс, который в мою эту машину вставляется. Два таких творога зернистых наших местных. Бульон куриный для супа, легкий майонез я взяла себе, там не так много всего плохого, если я вдруг решу себе сделать сэндвич какой-нибудь там с тюной, допустим, или салат из тюны, немножко смешать для вкуса, чтобы не все так плохо казалось. Капуста, селери, как это называется, огурец, помидоры, кабачки, зелень вот эти. Зелень, как обычно у меня наборчик мой, это лук, укроп и вот этот, не знаю, как он называется, до сих пор, представляете? Ну, шампунь купила, потому что у меня закончился. И сегодня я решила к себе взять вот таких вот яблочек. Взяла 4 яблочка, не знаю почему. Ну, что, этого в принципе не будет, но я давно их не ела, посмотрим, что будет дальше. Я купила картошки, картошка у меня идет в суп. Так как этот суп я буду готовить не только себе, а для всех. Поэтому у меня будет там картошка, но картошку сама я есть не буду. Дальше я взяла из белка у меня два вот таких фарша. Из куриной грудки 98% fat-free. И один фарш я взяла вот такой вот из индейки. Здесь вообще 99%, всего лишь 1% жирности. И яйца вот такие, Happy Eggs. Очень они органические, они мне очень нравятся, потому что я даже по вкусу они чувствуются, и когда их делаешь, они больше намного. И на вкус на самом деле отличаются, чем другие попростые. Вот это моя сегодняшняя корзинка. И сейчас я буду готовить. Это у меня будут котлетки мои фирменные с кабачком, с луком на гриле. И также я отварю гречки. Гречка у меня, как всегда, в запасах. Она есть. Куда без гречки, правда? И сейчас я буду варить также суп из овощей и фрикадельки. Вот эти мясные у меня будут из мяса индейки в нем. Также сегодня одна из девчонок написала рецепт, как она капусту квасит. Я взяла капусту же. У меня есть морковка. У меня есть капуста. Соль тоже у меня есть. В принципе, все, что это и нужно было. Попробую это сделать, посмотрим. В общем, вот такая у меня сегодня, как сказать, корзинка продуктовая.
Все, как вы видите, все правильное, полезное. Из этого всего что плохое, я даже не знаю, что плохое. Кофе, яблоко. Вот. Все. Вот такой вот у меня сегодня лист покупок. И сейчас я буду это все готовить, и в следующем видео уже вам покажу, как я заготавливаю себе на несколько дней, как сказать так, правильного питания человека на сушке. Пока!